Вот она перед вами, коробка с карандашами. В нее совершенно свободно вмещается что угодно. В коробке с карандашами горы и океаны, гномы и великаны и кот с большими усами. В коробке с карандашами живет зеленая елка, ее украшали долго хлопушками и шарами. В коробке с карандашами заяц бежит в припрыжку, он догоняет мишку с плюшевыми ушами. В коробке с карандашами подснежник снег пробивает и в ручье проплывает кораблик под парусами. В коробке с карандашами недавно прошел дождик, любуйся теперь, художник, радугой над лесами. В коробке с карандашами жаркое солнце пляшет над желтым песчаным пляжем с веселыми голышами. В коробке с карандашами цирк обычно полон, идет по канату клоун, жонглируя обручами. В коробке с карандашами дети спешат на площадь и на ветру полощут флаги над малышами. Вы все на свете найдете в коробке с карандашами. Когда рисовать начнете, вы это поймете сами. Когда рисовать начнете сами. Не видел? Какого зайца? Ну, с ушами. Точно. Ну-ну-ну-ну-ну. Где-то здесь. У меня на зайцев нюх. Вон там. Найдем, найдем. Он от меня не уйдет. Ну, где? Нашел? У него еще такой хвостик. Пупочкой. 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 Нет, не видел.
нет. Зайца не видали? Thank you.